Коллеги, добрый вечер. Завершился матч между командами Барыс-Сочи. На послематчевой пресс-конференции главные тренеры команд со стороны команды Сочи Александр Леонидович Андреевский, со стороны команды Барыс Андрей Владимирович Скобелко. Александр Леонидович, пожалуйста, вам слово. Ну, не самая лучшая наша игра сегодня по содержанию была. Наверное, виной тому все-таки были хозяева. Барыс немножко был быстрее нас, активней. Вот. Особенно это чувствовалось после второго забитого гола во втором периоде, там еще ближняя лавка у них была. Вот. Были у нас трудности в этот период. Но ребятам все равно большое спасибо за то, что проигрывая 0-2, все-таки смогли сравнять счет, достать из себя, скажем так, силы. Второе дыхание, чтобы открылось. Вот. К сожалению, не хватило нам немножко выдержки. Третий гол пропустили. Ну, что ж. Будем готовиться к следующим играм. Шансы у нас есть зацепиться, поэтому будем бороться. Спасибо. Спасибо. Андрей Владимирович, пожалуйста. Первое, спасибо болельщикам. Конечно, почти полный стадион. Было очень приятно, хорошая атмосфера. По игре, я уже говорил, наверное, шестой матч у нас практически там большей части команды за 10 дней. Поэтому, конечно, да, ребятам спасибо за то, что, в общем-то, нашли в себе силы сыграть такой матч. В общем-то, единственный момент, конечно, сегодня игра в большинстве немножко так расстроила, но я думаю, есть на это свои причины, которые не буду сейчас озвучивать, но тем не менее, еще раз говорю, что хочу ребятам сказать большое спасибо за этот матч и поблагодарить болельщиков за поддержку. Спасибо. Вопросы, коллеги? Наверное, вопрос от болельщиков. Все переживают, что с Романом Старченко. С Романом Старченко. Много вопросов было. Не знаю, на самом деле. Травма с ним у него, но насколько она серьезная и как долго, я ответить вам не могу. Он не доиграл матч с ЦСКА. В третьем периоде мы ушел с матча, поэтому конкретно не могу ничего сказать. Пока в такой стадии. Спасибо большое.